Волгоградская область, Дубовский район. Это самая северная российская винодельня с лицензией – Покровская. На 40 гектарах выращивают международные сорта – рислинг, мускат, каберне-савиньон, мерло, а также аркацители и красностоп золотовский. И местный, морозостойкий мариновский. В год выпускают 150 тысяч бутылок. Лоза в данный момент находится под землей. Ее укрывают с осени для того, чтобы она преодолела неблагоприятные погодные условия. Так укрывают виноград, пожалуй, только в России. В Европе климат более мягкий, хотя французские фермеры боятся апрельских заморозков, которые не раз уже губили их урожай. Для того, чтобы не погибла лоза от этих температур, она может не только погибнуть, но и пострадать почки там и все прочее, мы ее укрываем землей. Лозы еще осенью сняли со шпалеры, обрезали и аккуратно, не травмируя их, сложили и привязали шпагатом к земле, чтобы степные ветра не сломали их. Весной виноград раскрывают в несколько этапов. Сначала идет плуг, который вот идет рядом с виноградом, который отваливает землю на середину, и с той, и с этой стороны. Потом идет барана, которая выравнивает это все. Дальше идет рыхлитель, который эту землю должен разрыхлить, и следом идет воздуходувка, которая это все выдувает и распределяет эту землю. Между рядами виноградников 3 метра. Это больше, чем в южных регионах. Такую межу оставляют для трактора. Вы его закапываете, в ноябре, да? В ноябре, в декабре. В зависимости от погоды. А что такое от погоды? Какая должна быть погода, чтобы его закапывать? И какая должна быть, чтобы откапывать? Должна быть сухая земля. Бывает такое, что идут дожди, сюда не пролезешь, когда слишком мокрая земля, а потом резко бывают морозы, что может и земля промерзнуть, и тогда плуг ее тоже не берет. Поэтому здесь время очень у нас ограничено. Это сложное для винодельни время, почти как осенью при сборе урожая. Надо успеть за несколько дней сделать большую работу. Первые солнечные дни раскрыть все лозы, пока не успели завязаться почки. Почки пока еще не распускаются. Вот как раз время наступило, чтобы его раскрывать. Запаздывать с этой операцией нельзя. Потому что при распускании почек могут повредиться они, и мы можем потерять урожай. Трое суток напряженной, кропотливой и практически круглосуточной работы, и вот, наконец, лоза открылась. Пройдет буквально 2-3 дня, почки уже набухли, и виноградник начнет зеленеть и станет более похожим на виноградники юга России. Укрывное виноградарство – это, конечно, дополнительные сложности, но есть и очень важный плюс. Из-за низких температур и сильных ветров здесь не выживают паразиты. Даже филоксера – главный виноградный вредитель. Миллиметровое насекомое в силах погубить весь виноградник. Оно паразитирует на корнях, создавая микрораны, через которые проникают бактерии и вирусы. Корни загнивают, лоза погибает. Удивительно живучее насекомое родом из Северной Америки. В конце 19 века его завезли в Европу, там оно фактически уничтожило старые французские виноградники. Потом добралось и до России. Сейчас, чтобы противостоять вредителю, европейские сорта винограда прививают на американские подбои, которые не боятся филоксеры. На Нижней Волге этого делать не нужно. Мы обрабатываем 2-3 раза виноград всего, 2-3 раза, когда в других регионах обрабатывают их 10-12, а то и больше раз. Из-за сложных манипуляций каждый год 1-2% лоз не переживают зиму. Покровская высаживает новые виноградники. В этом году добавят 2 гектара, в следующем – 10. По итогам 2020 года нами было собрано 140 тонн ягоды и, соответственно, вот 140 тонн и прошло через наше предприятие на сегодняшний момент. Но у нас главная проблема в том, что нам пока еще не хватает сырья. Дело в том, что лицензионная мощность нашего предприятия заявлена – это 4,5 миллиона бутылок в год. Но так как мы работаем исключительно на том сырье, которое выращивается на нашем винограднике, то есть на собственной ягоде, да, то нам не хватает.
Вино с виноградников Нижней Волги получается особенным. Осень здесь всегда сухая и теплая. Ягода успевает набрать фенольную зрелость, то есть и кожура, и семечки получают достаточно тепла, чтобы созреть. Ягода впитывает много солнца, становится слаще, а больше сахара – это значит и больше спирта. Местные вина крепкие – 14 градусов. Это зона светло-каштановых почв. По механическому составу наши почвы тяжелый суглинок относится. Здесь также может быть преобладание солонцеватых почв. Поэтому почвы очень тяжелые, как бы, и они благоприятны для выращивания виноградника. Плюс 45 в тени и ни одного дождя за все лето. Спасает капельное орошение. Воду берут из своих скважин. В Дубовке, это административный центр района, сохранились следы многих исторических эпох. Здесь располагалась стоянка древнего человека, проживали племена печенегов, а в 13 веке располагались золотоордынские ханы. Купеческую застройку 19 века можно увидеть и сейчас. Здесь есть такая вещь, как федеральный памятник природы, Дуб-Патриарх, по легенде, под кроной которого когда-то в свое время отдыхал Стенька Разин, который также посещал эти земли, и здесь он разбивал свой лагерь. Название винодельни связано с казачеством. Покров Пресвятой Богородицы – самый важный праздник казаков. Казачество дало и название местному вину. Тарап. В казачьем сленге это порывистый степной ветер. Это мы сейчас находимся, вот здесь какая-то зелень, да? А в принципе все вокруг, что нас, да, это степи, это бескрайние волго-донские степи. И в них как раз и царит порывистый степной ветер тарап. И именно благодаря ему укращается, наверное, наш виноград. Чтобы укротить, тарап выдерживают сначала в стальных емкостях, потом 9 месяцев во французских бочках, а затем еще в бутылках. Этикетки пока еще нет у нас. Настолько это новое вино? Абсолютно новое. Вино из винограда урожая 2019 года. Это... Значит, здесь 40% Каберне Совиньон, 30% Мерло и 30% Красностоп Золотовский. Но вино открытое было, то есть оно уже подышало какое-то время. Дали немного подышать. Почему? Его заранее открыли, поэтому. Ну, здесь что-то джем какой-то. Ягодный, нет? Мне кажется, ягодный джем. Чернослив. Чернослив, да. Вот какая-то сладость. Черные ягоды, но супер сладкие. Да, чернослив подходит. Табак. Да ну какой табак? Ну что вы опять? То перец, то табак. Ну где вы это берете? В общем, мне тарап понравился. Спасибо. Хотите получить это вино в подарок? Еще без этикетки, но с подписью Сергея Чулкова. Тогда участвуйте в нашем конкурсе. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, что изображено на гербе Дубовки и почему. Вопрос легкий, главное быть внимательным. Две бутылки разыграем здесь, две в нашем аккаунте в Инстаграме.